Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки Развивашки. И сегодня мы поиграем с нашей кошечкой Анжелой. Давайте дадим ей волшебное зелье. А то что-то она совсем не выспалась. А теперь, Анжелочка, поскорее в ванную, чистить зубки и принимать душ. Ребята, у моей Анжелы сегодня ответственный момент в жизни. У нее сегодня первый рабочий день. Кстати, ребята, а ваша Анжела ходит на работу? Или, может быть, она у вас еще маленькая? Напишите нам в комментариях. Ура, ребята! А мы перешли на новый уровень. И у нас есть 5 новых наклеек. Обязательно попозже их откроем. Ну что, зубки почистили, теперь можно принять душ. Ребята, а вы чистите зубки своей Анжеле? Если да, ставьте лайк. Хорошенечко намыли мылом и смоем водичкой. Отлично! Время завтракать. Ребята, идемте поскорее угощать Анжелу. Ой, ребята, что-то у нас совсем мало еды. Давайте сходим в магазин. Возьмем кусочек пиццы, гамбургер, попкорн и стаканчик газировки. Обязательно возьмем суши. Стаканчик молока. И еще, ребята, у нас появились новые сладости. Какие вкусненькие тортики! Ребята, а вы уже обновили вашу Анжелу? Если да, ставьте лайк. А если еще не обновили, ребята, обязательно обновите. Ну что, Анжелочка, с чего начнем? Давай суши. Васаби к суши. А давай попробуем новые тортики. Ребята, а наша Анжела, кажется, уже наелась. Ну, может быть, стаканчик сока? Нет, точно наелась. Так, ребята, у нас есть пакетик новых наклеечек. Давайте их поскорее откроем. Как жаль, нам не попалось ни одной новой наклейки. Ребята, а пока у нашей Анжелы есть немного времени перед работой, давайте с ней сыграем в ее любимую игру – чемоданчики. Ребята, кто с нами играет в эту игру? Ставьте лайк! Какой красивый розовый чемоданчик. Осторожно, дует ветер. Ну вот, он сдул наш чемоданчик. Попробуем еще разочек.
кстати, ребята, а вы уже подписались на наш канал? Если нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много интересных видео про кошечку Анжелу, котика Тома, говорящего песика Хэнка, котенка Бубу и много-много других интересных видео. А мы с Анжелой собрали 10 чемоданчиков. Ребята, а сколько чемоданчиков удалось собрать вашей Анжеле? Ух ты, еще чуть-чуть и снова дует ветер. Давайте немного подождем. Теперь дует ветер в другую сторону. Ну вот, он сдул наш чемоданчик. И мы собрали 15 чемоданов. Анжела, а теперь пора собираться. Ребята, давайте поможем собрать Анжелу на работу. Ну что, начнем с макияжа? Нанесем румяна. Теперь подберем тени. Может быть, вот эти серые. Накрасим реснички. Давайте накрасим двойной тушью. Уголки глаз накрасим фиолетовой. А здесь накрасим черной. Ребята, ну как вам? Накрасим губки. Так, нам нужна помада пастельного тона. Вот, это мне нравится. Ребята, если вам понравился макияж моей Анжелы, ставьте лайк. Давайте изменим цвет глаз. Есть зеленые, коричневые. А есть глаза куклы. А можно вот эти глаза, аниме. Какие же выбрать? Давайте оставим зеленые глазки. Ребята, теперь нам нужно подобрать классический строгий наряд. Этот нам не подходит. Это тоже. Нет, это совсем не то. А где-то у нас был классический черный костюм. Где же он есть? Ребята, давайте его поищем. Ух ты, точно! Вот он, костюм бизнес-леди. Он нам отлично подходит. Правда, ребята? Давайте подберем прическу. Я думаю, ей нужны милые короткие волосы. Как насчет вот этих? По-моему, неплохо.
и для делового вида бизнес-леди оденем Анжеле очки. Можно очки ботана, а можно шикарные очки. Да, оденем шикарные очки. Ребята, ну как вам наша бизнес-леди? Если нравится, ставьте лайк. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока!